Василий, скажите, пожалуйста, вот какое количество людей или аккаунтов необходимо выставить для того, чтобы человек мог пройти все пути до самой последней ступени, до последнего шага и выйти на результат конечный? Хорошо, Вера, вопрос хороший, то есть это количество, все хотели просчитать, здесь количество просчитать просто невозможно. Знаете почему? Потому что здесь есть сотни вариантов закрытия, сотни. Как оно будет происходить? Если вы изучали маркетинг, если вы все поняли правильно по маркетингу, я все это прекрасно понимаю, здесь не все будут заходить только с 5 долларов. Очень многие хотят, очень многие команды, структуры, они уже, у них определенная договоренность, прокупать сразу и 5, и 25. Как вы просчитали, чтобы пройти первый шаг, 3 матрички, да, надо, чтобы за вами выстроилось 14 человек. Соответственно, если прокупить все уровни, и 14 человек все сделают то же самое, вы зарабатываете на всех уровнях и уходите тут же на реинвест, получается. Кто-то будет заходить не на 2 уровня, а на 3. Есть кто заходит на 5 уровней, на 5 шагов сразу. Есть люди, и уже там доходит до сотни, которые собираются прокупать все уровни сразу. То есть, вы поймите, здесь будет реинвест. Во-первых, это уменьшает количество людей. Во-вторых, то, что вы же тут перекрываетесь не только своей структурой. Здесь идет перекрытие еще и свободных ячеек, которые дольше всех находятся на этом месте, в этой матрице, если они по какой-то причине не закрылись своими людьми, либо не успели закрыться. То есть, когда человек идет в матричку и не находит именно в этой матрице ни спонсора, ни в шаге, а именно в этой матрице, ни личников у спонсора, тогда он попадает под наименьший порядковый номер. Он не летит куда-то вверх, он не летит к админам, он не летит к вышестоящим, а он попадает вот к тому человеку, кто дольше всех находится в этой матрице. Мы же пришли на инвестиционную площадку, и мне вот этот маркетинг удалось донести для админов этой площадки. То, что здесь будут зарабатывать все. А то, что здесь, и почему мы сюда пришли, то, что здесь будет очень обширная реклама. Ее еще практически не было, а уже весь интернет практически здесь. Все знают о нашем проекте. Все боятся запуска, старта нашего проекта. Что мы хотим с этим матричным проектом вообще, ну, наша цель? Наша цель, чтобы люди и инвестора, которые когда-то обожглись в матричных проектах, также матричники, которые уже просто не хотят работать в матрицах, чтобы вновь поверили в матрицы. Тут будут зарабатывать все, единственное, те, кто приглашает, будут зарабатывать быстрее и больше за счет реферальных. Если человек не приглашает, он, значит, реферальные получать не будет, а соответственно маркетингу он будет получать полную сумму. Но и продвижение у него будет помедленнее, вы тоже понимаете это, да?